Всем привет! Одна моя подписчица попросила снять отдельный выпуск по теме Gravity Falls, и вот оно. Значит, нам пришла посылка из Gravity Falls и коробочка Gravity Falls. Они оформлены по одной тематике, оранжевый фон и надпись Gravity Falls. Открываем посылку. Посмотрим, что здесь. Здесь вот такие вот 4 сюрпризика. И с коробочкой Gravity Falls будет 5. Хочу начать с дневника Диппера. Здесь что-то объемненькое. Давайте его откроем. О, это здесь... дневник Диппера, который он нашел в лесу, под номером 3. Это обычный блокнотик. Как я все это делала, увидите в следующем видео. И оно, кстати, уже вышло на канале. Ссылка в описании. Откроем свитер Мейбл. Здесь вот так вот написано. И это вот такой вот обычный повседневный свитер Мейбл. Здесь комета нарисована и сам свитер розового цвета. Ну, красновато-розового цвета. Теперь откроем пухлю. Здесь тут написано пухля, вот так вот. И вот такой вот пухля. Как вы знаете, у пухли есть родимое пятно. Ну, наверное, так. Ну, здесь есть какие-то пятна, вот. Я их всех нарисовала. Последний вот такой вот конвертик. Сзади написано «To Dipper», «Для Диппера». Вот такой вот. Конвертик. И что же внутри? Если вы помните, это было в самом последнем серии второго сезона, где все прощаются, и Венди отдает Дипперу письмо, чтобы он прочитал это, когда он соскучится по Gravity Falls. И Диппер открывает его. Он где-то там, среди лесов, ждет вас. Увидимся следующим летом. Здесь на одном листочке все написали свои имена и какие-то пожелания. Здесь написано «See you next summer», что означает «Увидимся в следующем летом». И все, кто были в этом, все персонажи, кто были в этом мультсериале, расписались здесь. Сьюзен, Томпсон, даже есть Шмебел, Гидеон, Стэн, Зус, Кэнди, Робби, Венди, Стэнфорд, Пасифика, Гренда, Фиддлфорд. А теперь откроем коробочку Gravity Falls. Вам удалось победить Бимби Глобнара. Прежде чем загадать желание, скажите, какую судьбу заслужил проигравший? Ой, мамочки! Смерть! Мейбл, хватит! Извините! Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Обязательно посмотрите по ссылке в описании видео, в котором я показываю, как я это все делала. И всем пока!